Приветствую наших зрителей канала. Спасибо большое, что сегодня с нами. Сериал с названием «Мой мужчина, моя женщина». С 20 декабря 2021 года нас с вами радует. Телеканал «Домашний» его нам с вами показывает. По сюжету. По вине Павла сгорает дом его клиента Сергея, сам он серьезно травмируется. Чтобы оплатить долг и спасти мужа от тюремного срока, жена Павла Вера становится суррогатной матерью для бездетных Олега и Татьяны. Родив и с болью в душе отдав ребенка, она узнает, что Татьяна умерла, Олег умоляет Веру стать для дочки няней и на время переехать к нему, вскоре Вера понимает, что не безразлична своему нанимателю. Но нам с вами интересно, будет ли продолжение у сериала и когда. В сети интернет нет конкретной информации. Создатели проекта не торопятся это комментировать. Скорее всего, сериал можно считать завершенным. Следите за нашими новостями, подписывайтесь на канал.